Клон абрикоса серафим. Это дерево сейчас недавно подошел к нему и срезал несколько веточек. Это не супер серафим. Вот. Я его срезал 10 веточек, или все их себе оставил. Все 10. А нет, 2 или 3 высылок, кто меня чуть не это, меня не это, не задушил. Вот. Остальные себе оставил. Весной привью. Прям буду прививать на третий этаж. Места больше нет. Вот. Третьим этажом. И клон серафима, это другой. Вы понимаете, что получилось? Тот пошел в этот, в гигантизм, а этот во вкус необыкновенный. Пусть середнячок. И я 8 веточек срезал, а? А срезал когда? Ну, где-то примерно 3 или 4 дня назад. Успею продать, а может быть выкину, потому что если по 150 рублей не купят, то тогда извините. Вот. И объявление. Внимание! Что такое 20% скидка? Все черенки, все семена, как это не распространяется на книги, на диски, это не так сильно дешево. Вот. Все они, начиная с момента объявления, это значит сегодня 28 февраля, все, кто скажет, и потому что я это самое, кто впервые, а вы все уже это, не первые. Вот, поэтому всем вас касается, вы напоминаете, Валерий Константинович, вот, где моя 20% скидка, вы обещали. И это значит люди, которые знакомы со мной, люди, которые днюют, ночуют возле компьютера, которые участники моих вебинаров, для них не жалко, 20% скидка на черенки, на семечки, на косточки. То есть посчитал, допустим, получилось 1500, 20% убираем, получается 1200. Вот. И еще дойдет, не дойдет, я сейчас, наверное, сейчас это сделаю. Ой, не хотел бы вам показывать бардак в своей квартире. Смотрите. Сейчас. Значит, что случилось? Сейчас я получил письмо недоуменное, да? Ну, неудобно показывать, там же фамилия, там это. Там я насчитал человеку 600 с чем-то рублей пересылку. А я всегда так делаю, когда весомая посылка, понимаете? А человек уже, часть этих почтовых отправлений идет бандеролями, там полегче. Там, вот я сейчас покажу вам, там есть 400 рублей, допустим. Вот, как бы сделать, чтобы вы фамилию говорили. Как-то неудобно. 1 килограмм 363 грамма. Знаете, куда идет? Сказать? Пермский край, это рядом тут, ну так, это самое, Урал, да? Посмотрите, это свеженькое, это сегодня, я еще не, человек еще не получил от меня номер квитанции. Видно? Вот. Это ладно. Человек, который 600 с чем-то, а он живет совсем рядом. Вспоминаем ветераны. Итак, в одним из первых вебинаров, может, 2-3-4 года назад, я вам показывал так же точно, что я показал. Я вам показал Курагинский район, и там было написано «Авиа». А Курагинский район, это я туда ездил, я скажу, то по грибы, то это. Ну, Шушинский, Курагинский, они соседи. Ну, соседние, да? Ермаковский, все это рядом. Речь идет там о 100-200 километрах. Вы можете представить, как она пошла «Авиа»? Это значит через Москву. Вот. Потом вспоминаем еще скандал какой был. Я перечекал, я обещал ему ответить на вебинаре. Почему? Он, видимо, считает, что если лишних пару этих, пару рублей или там сотен, чуть-чуть удорожил. А я делал наугад. Помните, там почти всегда внизу написано. Значит, бесплатные семена сибирки, бесплатные семена абрикоса. Это я как бы покрываю. А вдруг я ошибусь? А вдруг вместо 600-500, я уже чуть ли не вор. Вот этот момент. И еще, вы поняли, что такое через Москву Курагинский район? Только потому, что отсюда идет Абакан, Москва, потом Красноярск, и вот она добирается. То есть вот такое плечо, вот такое вот. А еще у меня был случай, сейчас скажу, тоже интересный случай. Сейчас. Походу вспомню. Так. Косточки.
400 рублей. Вот. Это еще дешево, потому что, видите, как тут их немного, но они уже в песке. Вот. Все думаете? И что вы? 520. Вот так. А здесь немного косточек, видите? Я стараюсь так, чтобы вы увидели. Да и не поверьте мне, в конце концов. Вот, я не стану это халтурить. Вот. Где тут цена? Это самое. А, 520 рублей. Косточки 520, не черенки. Черенки посылка идет. 528. Вот этому повезло. Вот, он выписал. Сколько я сейчас скажу. Вот эти, сколько он выписал. Черенков, видели? Вот. Это я перед тем чеком оправдываюсь. И, наконец, это еще не все. Я вам еще жалко время терять. 700 рублей. Я быстренько, чтобы не разглядели. Вот. Дальше верьте на слово. 700 рублей больше. Так, это намешать. Я вам сейчас еще покажу. 449. 449. 449. Это маленький совсем. И где-то был у меня чемпион был. Ой, елки, где же я сейчас найду? Я вам хотел показать 1000 с лишним. Поверьте? Вот. И прошу на меня не обижаться, что если вдруг окажется, что я с вас лишнюю сотню возьму. Вот это я как бы перед вами оправдывался. Вот еще 867, пожалуйста. Но есть уже за 1000, пока только Космен. Но там было 2 килограмма. Цены дерут страшно, это все творится ужасно. Вот. И вот она 20% скидка, я еще меньше заработаю. Первым делом за 20 тысяч куплю холодильник, иначе где это все хранить буду. У меня холодильник сгорел, всего лишь размораживал, а он взял и сгорел.